Всем большой привет! С вами снова я, Александр. Сегодня я вам расскажу о колясочке от компании Espira. Модель имеет очень интересное название Galaxy. Вот, это мы будем сейчас рассматривать в прогулочном виде эту колясочку. Эта прогулка у нас с реверсивным блоком, и по ходу, и против хода можно ее устанавливать. Вот. И самое главное, она стоит недорого, поэтому я ссылку на магазин «Первая коляска» добавлю в описании. Пройдите, посмотрите, но после того, как досмотрите этот ролик до конца, потому что после него вы обязательно захотите на нее посмотреть, сколько она стоит, потому что коляска получилась реально классная. Вот. Начнем мы с вами изучать сверху вниз, но сначала не с ручки, а с капюшоном. Смотрите, козырек. Козырек у этой коляски реально каких-то конских размеров. Его можно уменьшить, если вам не надо, но можно и, соответственно, увеличить. Вот, здесь есть смотровое окошко, но оно без магнитиков. Здесь просто москитная сеточка, но она достаточно нормально его закрывает, это окошко. Так, вот как он регулируется, немножечко щелкает, ну, увидите цену, поймете, что это можно простить. Главное — функционал. Функционал, огромный козырек, здесь все есть. И видите, еще дополнительная секция опущена вниз, и боковой мерзкий ветер будет хорошо закрывать от него ребенка. Так, смотрите, здесь, что касается положения для отдыха, 175 градусов. Это практически горизонтальное положение, не полностью, естественно, но практически. Вот. И ребенок будет нормально, хорошо, полностью ровненько спать. Это здорово. Так, смотрите, спинка у нас здесь регулируется простым способом. Здесь вот рычажок раз. И она очень-очень легкая. Она реально очень легенькая. Спиночка, ну просто прям. Так, что касается безопасности. Пятиточные ремни. Мягкие накладки везде. И на паховой зоне. И на... Подождите, забыл снять вот эту штуку, чтобы вам показать получше. Вот. И на паховой, и на плечевой зоне. Пятиточные ремни. Бампер, который откидывается как калитка, и не просто вот так здесь остается, а который можно отвернуть в сторону, спокойно посадить ребенка и наслаждаться. Так, регулируется подножка. Подножка здесь у нас полностью резиновая, и она дает нам возможность легко чистить все мокрой тряпкой. Раз-раз-раз, и поехали дальше. Коляска достаточно хорошо сделана в плане практичности. Ну, сейчас дальше пойдем, увидите. Так, смотрите. Блок, как я говорил, реверсивный. Снимается он элементарно. Правда, я чуть голову себе не сломал, но сейчас уже я вижу, что это элементарно. Вот мы держим. Я думал, где кнопка? Что вообще? Я же не любитель инструкции читать. Все так пробую. Смотрите, держим, например, за бампер, ручку и поднимаем. Повернули. Все, что нам нужно, чтобы повернуть блок к маме или к папе лицом. Так, и, кстати, с блоком складывается коляска и по ходу, и против хода движения. Это тоже очень большой плюс. Так, смотрите, что еще интересного в этом прогулочном блоке есть. Вот это вот, видите, здесь, это сетка, которая просвечивается. Она продуваема, вот эта часть. Летом это очень круто. Спинка у ребенка преть не будет. Не будет преть. И, соответственно, здесь у нас есть кармашек для телефона. Показать, сразу хочу вам показать. Но многие могут подумать, как же так? Сквозную продувает спинку. Не беда. Производитель этот момент учел и сделал вот такую вот обалденную накидку на ножки, которая в то же время и матрасик. Накидка ножки и матрасик. Все в одном. Холодно нам, да? Все, мы пристегнули накидку на ножку, на ножки, и, соответственно, ребенку тепло и хорошо. Если хотите, чтобы
ну, мало ли, осень, да, весна. Не нужно нам, чтобы спинка вентилировалась. Нам все очень просто. Нужно снять. Вот видите, здесь накидка отстегивается от матрасика. Соответственно, мы просто одеваем сюда матрасик. Продеваем здесь ремни все, и у нас получается ниоткуда ничего не поддувает, и плюс комфорту, скажем так, матрасик делает колясочку, прогулочный блок еще мягче. Поэтому холодно — не снимаем, жарко — сняли, и вот нам, пожалуйста, вентилируемая спинка. Это очень круто, я такого в колясках нигде на самом деле не припомню, чтобы вот таким образом именно было реализовано. Так, давайте смотрим на шасси. Ручка. Ручка у нас в эко-коже, мягенькая, приятная. Она у нас регулируется по высоте не здесь, кнопок нет, она регулируется вот. Ну, смотрите, диапазон регулировок 186 труст у меня. Вот смотрите, как мне ручка. Можно вообще поднять вот так вот. Биться ногами вы навряд ли будете. Так, рама, естественно, у нас металлическая, собрана она неплохо, поюзал как можно, где только можно понажимал, ничего у меня не скрипит, не кряхтит, все нормально. Давайте посмотрим амортизацию. Спереди у нас неплохая амортизация. Так, сзади не пойму, давайте получше понажимаю. Да, есть и сзади амортизация. Колеса у нас резиновые, не проколите, диски достаточно такие симпатичные. И большой-большой плюс — это вот такой здоровенный, с очень удобным доступом багажник. И к нему ничего не препятствует попасть, потому что очень большой проем. Большие крупные игрушки вы спокойно туда упакуете. И он весь... В него в основании вшиты пластиковые пластины, чтобы это был не просто мешок висящий, а достаточно жесткое дно. Вот тормоз, кстати, вот нажимаем и сверху отжимаем. Поэтому ковырять обувью ничего не нужно. Так, давайте теперь посмотрим, как это все дело складывается. Весит она 9,9 килограмма, поэтому путешествие можно брать спокойно. Вот, собственно, и все. Ну, также и против хода, и по ходу она складывается, только блок будет развернут в эту сторону. Поэтому, на мой взгляд, неплохо. И все делается очень легко. Не нужно танцев с бубнами никаких. Вот, все, в отпуск поехали. Нужен здоровый козырек. Спать ребенок хочет. Уложили. Все, спит ребенок. Естественно, козырек опускается, поэтому чем-нибудь можно дополнительно накрыть. Ну, собственно, как-то так. Все, что хотел я вам о ней рассказать, я вам рассказал. Как по мне, коляска получилась достаточно интересная, недорогая, функциональная, с реверсивным блоком, с кожаной ручкой, эко-кожа, кожезаменитель. Вот. Из того, что для меня лично важно, это большой багажник. Это очень крутой момент. Если все-таки в отпуске, спинка вентилируемая. Разве это плохо? По-моему, хорошо. Вот. В принципе, все. Добавить мне больше нечего. Если обзор был полезен, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал обязательно. И хочу поблагодарить первую коляску за предоставленную колясочку Espira Galaxy на обзор. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора коляски для вашего ребенка. Всего доброго!